Здравствуйте, православные! Вновь мы с вами встречаемся на площадке Русской иконописной школы, чтобы поговорить о святцах Русской Православной Церкви. И сегодня, 27 сентября, список будет очень краткий. 27 сентября Церковь вспоминает воздвижение честного же творящего Христа Господня, представление святителя Иоанна Златоуста и Леснинской иконы Божией Матери. Вот и все. То есть это вот не те обширные списки, которые я зачитывал, к примеру, в предыдущих наших выпусках. И в этот день... На следующий день после воспоминания освящения храма гроба Господня вспоминают события, связанные с возвращением креста Господня, найденного также царицей Еленой, о чем мы вчера уже упомянули, который был сначала захвачен персами, а потом возвращен после 14-летнего пленения обратно в Иерусалим. Что же до исторической канвы, то фактология следующая. В царствовании византийского императора Фоки персидский царь Хазрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен животворящий крест Господень и святого патриарха Захарию. Крест пробыл в Персии 14 лет, и лишь при императоре Ираклии, который, кстати, вот не совсем православную веру то исповедовал, но тем не менее именно его трудами Господь благословил возвращение креста обратно в пределы христианского государства, который победил Хазроя, заключил мир с Сироесом, сыном Хазроя, и по результатам мирного договора вот христианам вернули их реликвию, крест Господень. И в слове на воздвижение креста святой Андрей Крицкий говорит: «Крест воздвигается, и все верные истекаются. Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество». То есть, опять же, представьте, что эту великую святыню мы могли потерять. Вот она так бы-то в Персии осталась и благополучно бы там сгинула. Но поэтому мы празднуем и память обретения святыни, и память возвращения святыни. И вот великое празднество с торжественным богослужением мы отмечаем в этот святой день. Не рискну ничего добавить к словам Андрея Крицкого. То есть еще раз их прочитаю, и на этом мы закончим. Крест воздвигается, и все верные истекаются. Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество. Пойдемте же праздновать, православные. Возвращайтесь завтра и берегите себя.